Приветствую вас, Ксения. Я прочитал ваш вопрос и посмотрел еще один вопрос предыдущий, где вы пишете про, ну, тоже про отношения, вот, только я вот не знаю, вы про того же мужчину пишете в своем предыдущем. А вопрос в раздел психологии или нет, потому что если это тоже мужчина, окей, если это немножко другое, то, ну, типа, ну, здесь, мне кажется, нужно сделать уточнение, потому что я, например, буду в своем ответе, да, исходить из того, что, ну, что мужчина все-таки один и тот же. Что мы говорим про одного и того же мужчину, и что, точнее, что вы говорите про одного и того же мужчину. Вот, в первом и во втором вопросе, вот, и, соответственно, я буду садиться из этого, но если я не прав, да, то вам нужно обязательно учитывать этот момент и, соответственно, делать поправку, вот. Но даже если я не прав, даже если я не прав, то в целом мне думается, что, ну, что вот проблема сама по себе, она, что называется, ну, налицо, да, то есть какая-то проблема, это, это проблема чувства, то есть, ну, даже не чувства, скорее это проблема отношений, ну, возможно. То есть это проблема того, что для вас важны отношения. Вот. Какой момент. То есть, вот, ну, ваш этот и предыдущий вопрос, да, они как бы кричат о том, что, что мне нужны отношения, что я хочу быть в отношениях, и, соответственно, для меня это очень важно, вот, чтобы у меня был мужчина. Вот то, какое впечатление значит, производит ваш рассказ, соответственно. Вот, значит, то есть вы описываете, описываете вы по факту, вот, исполнение, вы описываете усталость, раздражительность, нервозность. можете описывать с равной долей вероятности, как некую тревожность из-за того, что ну, из-за того, что вы получили то, чего так долго-долго, например, хотели, вот, а теперь, соответственно, вы можете это потерять, вот, то есть вы можете просто бояться, почему, почему человеку нельзя быть там важнее определенного, ну, определенного момента, да, важнее определенной степени. Почему? Потому что если человек важнее больше определенной степени, то появляется страх его потерять. А страх потерять человека, это, ну, не совсем полезно для отношений, вот, потому что, как бы, ну, в отношениях нужно все-таки, чтобы человек был достаточно, ну, достаточно свободным, чтобы человек был
достаточно, ну, корректно, чтобы человек корректно себя вел, чтобы человек естественно себя вел. Понимаете? Вот. А здесь, как раз таки, вот у вас в этом смысле слова могут быть проблемы. Вот. И проблемы могут быть именно из-за того, что вы можете бояться человека потерять. Вот, к сожалению. Дальше. Дальше. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, причиной, также причиной, по которой вы можете испытывать подобные чувства, вот подобные вот, ну, переживания ваши, может быть связано с тем, вот что не ради чего дальше жить. То есть вот такой момент может еще быть здесь. То есть мне больше не ради чего жить. Я добилась того, что мне было важно. Я добилась того, что для меня было ценно. Что делать дальше, я не знаю. Как поступать дальше, я не знаю. Вот. Это, ну, не факт, конечно, но такое тоже может быть, если вы к чему-то вот, ну, достаточно долго стремились, если вы чего-то достаточно долго хотели, то вот как раз проблематика вот этой вот потери. Проблематика потери мотивации, вот, ну, вполне может быть, вполне себе может присутствовать. Вот, это, ну, как сказать, это достаточно такое часто явление, когда человек, вот, ну, просто, ну, просто не понимает, что дальше делать ему. Вот. Такой вот момент. Ну и последнее, на что я мог бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, момент с тем, как именно, ну, как непосредственно вы в отношениях себя, например, чувствуете. То есть, ну, то есть, грубо говоря, чувствуете ли вы себя в отношениях хорошо? Не ощущаете ли вы, например, некого давления со стороны? Ну, странный мужчина, например. Вот. То есть это такой достаточно важный здесь момент. Вот, если если какое-то давление ощущается со стороны мужчины, да, то есть, ну, например, там, ну, может быть, это какое-то требование от вас, допустим, человек требует от вас там чего-то, или вы чувствуете себя обязаны что-то делать, ну, чуть-чуть ли не в обязательном, допустим, порядке. Вот, то это
ну, такой достаточно важный нюанс, который может вас напрягать. Вот. То есть это в таком случае вот, ну, вполне естественно, то, что вы испытываете. Вот. А если это вот, ну, если это действительно то, что вы чувствуете. Вот. А может быть, это страх перед серьезными отношениями. В принципе. Вот. Такое тоже бывает. И в общем и целом такое бывает довольно часто, надо сказать. Вот. Когда люди вот, ну, просто значит, ну, просто боятся. Это не отношение, хотя, да, очень сильно, потому что это может быть решает какую-то проблему людей. Вот я думаю, что если вот вас, например, спросить, да, вот, ну, почему вы хотели отношений, да, то вы вот, ну, там, наверное, что-то скажете. Вот. А, соответственно, человек пытается решить какую-то свою проблему. Вот. И важно, конечно, ну, понимать, какую проблему вы пытаетесь решить. Вот. Почему вам, ну, вот, отношения были нужны. Вот. А сейчас, вероятно, вы их боитесь уже. Соответственно, какая-то апатия, как краски, некий такой элемент, некий элемент защиты. То есть вы пытаетесь себя защитить апатией, да, от, ну, негатива, например, возможного негатива. Например, опять же, да, я не говорю там на 100%, что это так вот, но если вы отношения хотели прямо, ну, долго и сильно к ним вот стремились, шли, вот, то да, это может быть страх, конечно, это может быть страх, это может быть именно вот, что такое вот переживание, что вот, теперь я в отношениях, а что будет и так далее. Вот. Особенно если вам сложно говорить нет, особенно если вы не уверены в себе, особенно если вы не доверяете себе, особенно если вам сложно принимать решения. Вот, то вся эта проблематика может обостриться и выйти на такой вот новый уровень, к сожалению. Вот, поэтому, собственно, так вот важно вам разобраться, то есть так важно вам заняться для себя психотерапией, вот, чтобы понять для себя источник ваших переживаний и, значит, как бы, ну,
разрешить внутренний конфликт, вот, разрешить внутреннее противоречие, например, и, соответственно, уже, когда и если вы это сделаете, да, то можете себя лучше чувствовать в отношениях. Вот. Как я думаю. Ну, тут наверняка, на самом деле, тут без вариантов даже. Вот. Вот то, что я хотел вам сказать. На данный момент. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!